Привет, привет. Чем мы сегодня с тобой займемся? А давай мы с тобой сегодня займемся резист-эффектом. А что это? А все очень просто. На поверхности, на бумажке, на любой, мы создаем картинку, которая потом ни под каким условием не закрашивается ничем. При помощи чего мы можем это сделать? Лака, пудры для эмбоссинга, контура для ткани или жидкого жемчуга. Ну, и также можно сделать его при помощи акриловой краски. Все довольно-таки просто. Берем бумажку. Берем штамп. Наносим прозрачные чернила для эмбоссинга. Штампуем. Берем прозрачную пудру. Хорошенько засыпаем. Встряхиваем. Драгоценные излишки всыпаем обратно. Если у вас что-то осталось, какие-то точечки, крупинки, можно их сдуть. Теперь самое интересное. Греем. И вот так делали-делали, и ничего нет. И теперь самое интересное. Проявляем нашу картинку, просто тонируя бумагу. Чтобы надпись стала более прозрачной, просто проводим влажной салфеткой. Получаем вот такую картину. Помимо создания вот таких фонов, можно также работать с отдельными элементами. У меня, естественно, есть чипборд, такая балеринка. Для начала мы ее покрасим в белый цвет.
Будем это делать губочкой. Заодно сразу можно прокрасить все срезы. Как блинка. Немножко красить сгибом, со срезом точнее. Все то же самое. Берем штангу. У меня это за ручки. Тампон на нашей девочке. Плавим. Ну что, тебе?
немножко еще. И подкрасить. Ну, теперь осталось только ее пристроить на место. У меня это будет вот такая открыточка. Все деталюшечки на месте. Можно приступать. Делаем крылышки очень длинные. Я вообще очень какие-то вещи. Гвозди. Теперь осталось добавить немножко деталей.